Побеждает лишь тот, кто способен победить себя. Просто скажи себе, я это смогу. Моя жизненный девиз. Раз это невозможно, я это сделаю. Медаль – это боль, нервы и слезы в обертке из характера. Я не знаю ни одного государства, где бы был президентский клуб назван в честь главы государства. Это, естественно, это уже само за себя говорит, что какая ответственность. Часто глава государства говорит, что во многих вопросах нужно идти от жизни. Сама жизнь подсказала идею создания президентского спортивного клуба. Президентский спортивный клуб дает очень важную поддержку для спортсменов. Стипендия заставляет себя почувствовать чуть-чуть важнее, чуть-чуть увереннее. Президентский клуб – наше будущее. Президентский спортивный клуб ассоциируется с сильным плечом. Прежде всего, президентский спортивный клуб помогает молодым спортсменам встать на ноги и показывать хороший результат. Стипендия уже ребятам дается за то, что они достигают определенных результатов. То есть президентский спортивный клуб видит в них дальнейшую перспективу. Президентский спортивный клуб и взял под свое крыло такие турниры, как «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Стремительный мяч». «Кожаный мяч» до сих пор проводится именно на призы президентского спортивного клуба. Это позволило вывести турнир, безусловно, на другой организационный уровень. Мне очень понравилось вообще стрелять изначально, с самого первого раза. То есть у меня такое было ощущение удовольствия от того, что я там стреляю, тем более попадаю. Здесь мы ищем таланты для нашего вида спорта, для биатлона. Надежда Скородина! Мы начинаем поддерживать их с детства, начиная от формы, той же, которая необходима для развития хоккеиста, потому что не все родители могут эту форму купить. Вы знаете, что она дорогая. Президентский спортивный клуб, помогая сейчас юным спортсменам, делает большой вклад в будущее нашего спорта. Самое главное, что мне нравится, полные трибуны и болельщики с удовольствием приходят смотреть эти игры. Я думаю, они уже вышли с того возраста, что должны что-то доказывать. Для них это общение, встреча со старыми друзьями, с которыми раньше играли в одних командах, начиная с КХЛ, НХЛ. Это пример не только здорового образа жизни, а также возможность скрестить клюшки с недавно в прошлом великими хоккеистами, а также получить бурю спортивных эмоций. Наверное, это все-таки идет от состояния души, и любой простой человек, который неравнодушен к детям, к сиротам, всегда оставляет какую-то свою частицу. Кредо наше, в том числе и президентского спортивного клуба, это делать людям добро.
Они воспринимают ситуацию сердцем, они воспринимают это своим детским умом и, не искажая абсолютно, все это кладут на бумагу. Антона Кушнира рисовала девочка, и там были подмечены тонкости его прыжка, вот как он летит, там, как он руки держит. И если они изображают биатлонистов, значит, мы можем с уверенностью говорить, что этот вид спорта сейчас у нас на коне. Открытые шахматы – это интернет-портал, благодаря которому ученики, тренера могут общаться, узнавать новости, а также получать профессиональные мастер-классы. Благодаря президентскому спортивному клубу мой турнир вышел на более высокий уровень, на большую арену. Для меня в своем возрасте, наверное, самые любимые, самые вообще классные соревнования, которые могут быть. У нас появляются спортивные школы, которые специализируются на гандболе. Триумф Героев Спорта – это очень торжественное мероприятие. Это наш главный спортивный Оскар. Показываем наших спортсменов не на спортивных дорожках, стадионах, но и в вечерних платьях, в костюмах, с улыбками на лицах. Это, мне кажется, самый главный момент, когда есть поддержка и вера. Мы будем находиться всегда рядом и подставлять плечо поддержки.